Привет, любители вкусной жратвы. Я сегодня поймался на мысли, что не сделал для вас еще ни одного салата. Поэтому ликвидирую этот недостаток сейчас же. Видите, сегодня я буду готовить не один. Мы с моей маленькой собачкой Соней сегодня решили порадовать вас салатом французских цыган. Эй, Нане! Хайра Мале! Салат французских цыган. Почему он так называется, не знаю. Французский, наверное, из-за того, что там есть виноград. Дальше. Что еще нужно для салата? А цыганский из-за того, что, наверное, минимум продуктов. Еще для этого салата нужны консервированные ананасы. Какая связь Франции, цыган и ананасов, не знаю. Также нужен сыр, который мы нарвем на терке. Ну и, конечно же, майонез. Вот и весь салат. Виноград для этого салата рекомендуют брать киш-миш без корточек. Ягодки моем, если они весьма большие, режем пополам. Виноград готов, ананас готов, сыр готов. Ромалы, ромалы, чуть было не забыл. Ежели вы все же хотите почувствовать себя настоящим цыганом, обязательно добавьте туда чеснока. Подавите на чеснокодавки и в этот салат можно добавить 3-4 долечки чеснока. Берем нашу большую старинную ложку, начинаем виноградик, ананасик, пальчик. Перемешать. Самый главный ингредиент – чесночок. Значит, вы не отведаете настоящего цыганского салата, а у вас будет просто какой-то дешевый французский салат. Майонез провансаль. Ну, конечно же, это французский салат. Как без провансаля? Теперь я понял, почему он французских цыган. Французский, потому что майонез провансаль и виноград. А цыганский, потому что чеснок и сыр. Хай-не-не-не-не! Вот и все, дорогие друзья. Быстро, здорово и вкусно. Все ингредиенты и пропорции вы найдете внизу под этим видео. А я со своей маленькой собачкой Соней только что на ваших глазах сделал салат французских цыган. С вами был Радамир Банько. Живите с нами, пейте как мы. Пока!